Всем привет! У нас с мужем встал вопрос о названии канала. Ему хотелось бы поменять в связи с тем, то, что он хотел бы на этот канал загружать ролики своего, как бы от своего лица некоторые. Вот. И просто дело в том, то, что как бы если порассуждать, то как бы он будет рассказывать, а канал-то называется «Необычная мама», ну, как-то от женского имени. И встал вопрос о том, то, что как бы немножечко переименовать канал, чтобы он подходил и с точки мужской, и с точки женской. Да и еще к тому же, мне кажется, «Жизнь необычной мамы». Мне кажется, это очень громкое название такое, вот, привлекающее внимание. Мне кажется, не особо как-то, ну, как бы, как это назвать-то? Ну, в общем, подумала и думаю, наверное, может быть, прислушаться к мнению мужа. Наше мнение расходится в названиях. Если у вас есть что-то предложить, то вы можете предложить. Вот, а так пока думаем. Вот. Ну ладно, всем пока, спасибо, что посмотрели.